желтые. Они не мальчики. Тима сладенький, да? Не будешь обниматься? Ну, Тима хороший. Да, да. Ну, малыш мой сладенький. Как спалось тебе, Ильдаря? Как спалось? Как спалось? Ну, началось. Ай, тынь-тынь. Золотой мой мальчик. Люблю тебя. Пошли зубы чистить. Все-таки мы вышли гулять. Думала, останемся дома, но нет, солнышко светит хорошо. Я надела платье, балетки, без всяких колготок, без всяких курток. Да, красивые цветы. Куда идем, Эльдар? Куда? Там возле Тарзанки. На Тарзанку. Теперь 5. О, нет, 5 и 5. 10 пальцев. Ты как лягушонок. А лягушонок? Налево. Тут налево. Налево поворачивай. Да? Ну да. Мы же на Тарзанку идем. Она же вон там, а не вон там. Там просто площадка. А туда, если свернуть и на мостик пойти, там площадка с Тарзанкой. Да. Погодка сегодня просто сказка. Да. А дядя ловит рыбу, суши. Да? Дядя ловит рыбу? А, да, ловит. Интересно, клюет у него. И вот еще утки на суше. Я думала, вот это будут ирисы, а это какая-то, не знаю, осока какая-то, не знаю, что с трава. Плывет там утка, надеется, что мы ей принесли покушать. Извини, родная, точнее, родной, нет у нас ничего для тебя. Ох, какие кусты. Не кусты, деревья, интересно. Воробушки тоже летят. Да все летят, думают, что мы сейчас их будем кормить. Вот туда нам. Ой-ой, надевай, что ты как Золушка. Ой, да что так? Ты когда это самое? Опускаешь ноги, ты зацепляешься за эту перекладину, вот он у тебя снимается. И отойди, видишь, тут мальчик сейчас будет тоже заниматься. Отжиматься будешь? Просто не разбежалась как следует. Нет, будешь так висеть. Молодец, почти достал. Давай еще раз пробуй. Давай, коленочки туда. Нет, слабовато пока. Давай еще раз пробуй третий. Оп, эх, ну ладно, еще получше, не переживай. Ничего себе, одной рукой, ну-ка, давай. На пальчики даже? Обалдеть, вообще ты крутой. Ну что, пошли на Тарзанку? Красавчик, нет, я не смеюсь, я радуюсь за тебя, какой ты крутой. Ильдар себе всегда найдет друзей. Милень, опа. Зачем нам Тарзанка, когда можно вот так, такой? Помесь футбола и сквоша. Тымс, полезли. Я пока в теньке посижу, красота. Мне нравится. Это прям рай для родителей. Пока дети в этих самых, на тарзанках и везде скачут, мы здесь зажигаем. Тенек, хорошо. Далековато ушел. Ты далеко очень ушел. Ты так далеко не уходи. На Тарзанке ты не будешь кататься? С ними хочешь? Но надо говорить. Не хочешь на Тарзанку, ладно. Но надо говорить. Хорошо, беги с ними. Нашелся другую компанию. Мой мальчик нигде не пропадет.
Слезай. Чай, привал. Чай. Вот водичку. Что хочешь, пей. Хочешь чай, хочешь водичку. Ну ты только не рви их. Где? Ну осторожно, не надо. А, они с той стороны розовые, да. Красотища. Внизу. Ополоснула кипяточком, чтобы дольше сохранился горячим. Ножницы. Молодец, сумочка, не трогай. Можно обуваться? Почему ты сюсюкаешь, как малыш? Можно обуваться. Закрой, пойди ноутбук, пожалуйста. Можешь из нее выдергивать тогда. Можно обуваться? Да, обувайся. Есть. О, мама, мой котик слезает в моей воде. Вон, вижу кошку, да. О, еда. Да, еда там у нее. Кто-то добренький там еды положил. И она ест свою едулечку. Ну что, надо сюда. Бляха. Тут дверь перед ним закрылась. Бедный. Ну что, ты что тормозишь? Я же думаю, что ты идешь за мной. Лабиринтами какими-то. К вечеру сменились локацию. Господи, как бедные женщины живут в декрете, а какой-то долбанный день сурка.